Забор из профлиста 2800 за метр погонный. Да это беспредел, мы его сейчас за полцены сделаем. Правда, малек подсуетиться придется. Но за 140 тысяч со 100 метров погонных, я думаю, можно. Короче, покупаем столбы 50 на 50 сечения. Лаги, труба 40 на 20. Берем на авито двух разнорабочих на день. По 2 рубля каждому заплатим за день, они все столбы забетонируют. Бурим лунки и бетонируем столбы шагом 2,5 метра. Далее на один день нанимаем сварщика. 1004 ему заплатим. Он приварит нам все эти лаги. Далее это все красим. Покупаем профлист и саморезы. Только саморезы не берем там, где берем профлист. Они там в 3 раза дороже. Ну вот и все, друзья. Вся эта халабуда на 50% дешевле обойдется нам. Братан, ну вспомни же меня добрым словом.